Привет всем! Меня зовут Лидия, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня ко мне приехал очередной бьюти-бокс. На этот раз это бьюти-бокс. Коллаборация между Call Beauty и Glow Recipe. За свой бьюти-бокс я заплатила 39 фунтов и его наполнение на 95 фунтов. Если вас интересует быстрая распаковка, то присаживайтесь поудобнее. Ну, а мы погнали. Бокс, как всегда, пришел в такой добротной картонной упаковке. Вот так выглядит его содержимое. Первую штуку, которую я хватаю, это клинзер с авокадо. Это Travel 50 мл. Производитель нам обещает, что этот клинзер не только убирает нечистоты, но еще и помогает снимать макияж. Также он бережный коже, увлажняет ее, дает свечение и даже борется с краснотой. Подобным клинзером я еще не пользовалась. Не могу дождаться и поставить его в пользование. Вообще продукцию Glow Recipe я люблю. Большинство из нее мне очень подходит и нравится. Дальше хватаю малюсенький пробничек. Здесь всего лишь 5 мл. Это их тонер, по-моему, с морожкой. Да, это тонер с морожкой. Это тонер с витаминами С и Э. Он увлажняет кожу, дает коже свечение, защищает кожный барьер и даже улучшает цвет лица. У меня это совершенно новый продукт. До этого я пользовалась только их тонером из серии с арбузом. Вот тот тонер мне очень нравится, и я надеюсь, что этот будет не хуже. Еще один пробник, тоже 5 мл. И это их полукосметическое средство. Это средство должно визуально уменьшать поры, также выравнивать саму текстуру кожи и немного ее подматировать. Это средство можно использовать как самостоятельный продукт, так и как базу под макияж. Подобное средство я еще не пробовала. Читала комментарии, которые весьма контроверсивные. Одни пользователи говорят, что это самое лучшее, что случалось в их жизни. Другие особого эффекта от этого средства не заметили. Поэтому будет интересно измазюкать его на свое лицо и уже сложить собственное объективное мнение. Дальше полный размер, хоть здесь всего лишь 15 мл, это их сыворотка под глаза с гуавой. Вот так выглядит упаковка, в ней есть витамин С, она борется с припухлостями под глазами, также осветляет кожу под глазами, ее увлажняет. Производитель нам даже обещает, что она борется с морщинами. Надеюсь, так оно и будет. Кстати, это вообще первый продукт для зоны вокруг глаз, который у меня появился от этого бренда. Думаю, что скоро его поставлю в использование, так как вообще вся продукция Glow Recipe для меня такая весенняя, солнечная. И, по-моему, самый сезон ей пользоваться — это именно лето. Дальше еще один мини-вариант, наверное, travel-вариант. Здесь 25 мл, и это их знаменитый увлажняющий крем из линейки с арбузом. Ну, крем увлажняет, легкая гелево-кремовая текстура, быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, дает коже свечение, тоже выравнивает цвет кожи. Люблю этот увлажняющий крем, он очень хорошо подходит для меня именно летом. Я рада, что у меня появилась еще одна миниатюрка. Так, в запасниках еще есть точно такая же бутылка. И 25 плюс 25, и у меня есть полный размер. Так что здесь мне повезло. И еще один полный размер. Это Glow Recipe, и это Plum Plum, бальзам для губ.
Также этот бальзам тройного назначения, его можно использовать как ночную маску для губ, как красивую увлажняющую базу под какой-то макияж губ, а также как бальзам для губ для дневного использования. Пахнет он малиной, несмотря на то, что это как бы плам-плам крем и должен быть со сливой. Мне сначала было непонятно, почему он со сливой, а аромат малиновый, но здесь оказывается в составе есть витамин С, который достали из какой-то австралийской сливы какаду. Ну вот от этого и пошло название всей линейки. Ну и он по традиции увлажняет губы, их питает, борется с сухостью, а также вот этот же знаменитый витамин С и сливы какаду борется с морщинами на губах. Я надеюсь, так оно и есть. Здесь полный размер 15 мл, и я хочу его взять в использование, потому что мне реально любопытно. Буду брать в использование, поэтому давайте откроем. Вот так он выглядит. Да, аромат реально малины, такого малинового леденца, не ягоды. Попробуем текстуру. Плотненький. Вот так. Никакого оттенка как бы нет, есть только красивый блеск. Вот, есть блеск и немного липковат. Но аромат прям обалденный. Конфетка-конфетка малиновая. Аромат мне очень нравится. Ну, текстура, думаю, такого стандартного бальзама для губ питательного. Посмотрим, как он будет себя вести на губах. Все, коробка пустая. Больше в нем ничего не было. В принципе, наполнение мне понравилось. Хорошо, что здесь были продукты, которые не так популярны в этом бренде. Они не так часто попадаются к нам в коробке. Например, было бы скучно получить еще одну маску с арбузом, потому что, по-моему, ее кладут вообще везде. Или же какие-нибудь glow drops, которых у меня в запасе еще от боксов довольно-таки много. Конечно, бы хотелось побольше полноразмеров. Ну да, здесь положили как бы два полноразмера, но эти два полноразмера все равно относительно маленькие. От какого-нибудь полноразмерного тоника или же полноразмерного или полноразмерной умывалки я бы точно не отказалась. Но все же это приятный, миленький бокс для того, чтобы протестировать новые продукты любимой марки. Поэтому, в принципе, я довольна. Надеюсь, это видео вам понравилось и было интересным, поэтому, пожалуйста, поставьте пальчики вверх этому видосику. А также, если вы часто смотрите мои видео и они вам нравятся, то, пожалуйста, подпишитесь. Ваша подписка очень много значит для меня. Большое вам спасибо. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.